Отца і Сина, і Святого Духа. Слава страстям Твоїм, Господи! Дорогі браті і сестри, ми прославляємо страсть. А хто би так пішов на страсть, як пішов на Господь Ісус Христос за нас? Ми боїмося смерті, а тим более мучення. Но Господь наш Иисус Христос для всего послан был Отцом на землю, чтобы пролить кровь свою, чтобы мы, питаясь ею, имели вечную жизнь. Мы соболезнуем Господу нашему Иисусу Христу за всю Его жизнь, ту жизнь, те моменты жизни, которые он был поносим, ему не верили, его осуждали. И тем более тот момент, когда его самый близкий друг, ученик Иуда Искариотский, решился предать своего учителя. И минуты страдания усилились еще больше, когда те, которых он исцелял, которые подавал руку помощи, они возбегли на него запинание и призвали к казни смертной, и то к позорной казни на распятие на кресте. Все, что повествует нам евангелист Матфей в сегодняшний день, это повествование говорит очень просто о том, что в тот момент оставили его ученики. В момент, когда увидели опасность смертную своего учителя. Они были тогда еще простыми, без благодати Духа Святого, разбежались, видя опасность. Но мы знаем, что после воскресения они смело шли на проповедь, проповедовали его учение, всех призывали к тому, кто был распят, тому, кого они оставили, тому, кто воскрес и победил смерть. В жизни нашей, дорогие братья и сестры, бывают моменты, когда мы сомневаемся. Мы верующие, крещенные, но бывают моменты в жизни, когда отчаиваемся и забываем о том, что с нами распятый Христос. Малейшие наши переживания, они нам говорят о том, что нам надо понести малый крест, данный нам Господом нашим Иисусом Христом. Кто хочет идти за мною, он должен взять свой крест и идти вслед Христа. Смерть – это было позорное, но воскресение было славное. Так и наши страдания, наши терпения, наши болезни, скорби, они временные, очень временные. Но нам уготовлено за это светлое будущее и вечное, уже не временное, если мы с терпением понесем крест Христов до конца. Еще одно, дорогие братья и сестры, Христос – это каждый из нас, ибо мы все созданы по образу и по подобию Божьему. Мы дети Христовы, мы други Христовы, и каждый из нас несет свое испытание и тогда должен себе сказать,
что ведь я, как Христос, призван к тому, чтобы нести терпение и страдания. Но горе тогда, когда от нас люди страдают, когда мы не понимаем другого человека и делаем ему оскорбление, делаем невзгоды, обижаем. Мало того, мы видим сегодня во всем мире, как восстает человек против человека, проливается кровь неповинная, убивают Христа. Это есть, плюнув в лице Христа, воин. И когда мы плюем в лицо человеку, обличая его, мы плюем во Христа, в лицо Христово. Поэтому будем бояться того, чтобы кого-то чем обидеть. Будем бояться того, чтобы нарекать на все то, что нам не угодно. А будем с терпением нести свой крест. Претерпев и до конца, спасен будет. Спасение очень просто. Творить только волю Божию. Творить свои дела, которые нам даны на каждый день. Без всяких лишних приятий, сомнений и планов. Все устроено в нашей жизни Богу, нашим любящим Создателем. Возлюбим Господа Бога, возлюбим Его страдания, возлюбим Его крест и Его святое Евангелие. И последуем стопам Иисусовым по Его Слову и заповедям евангельским. Аминь. Господи.